Здравствуйте! Сегодня наш видеоурок о том, как избавиться от мошек в помещении. Для нашей ловушки нам понадобится банка, доска для резки, нож, ножницы, кусочек марли, резинка для денег и какой-то фрукт, желательно уже немножко подпортившийся. Для начала мы нарезаем фрукт кусочками. Складываем в банку. Потом из марли вырезаем квадратный кусочек ткани. Накрываем банку сверху и фиксируем резиночкой для денег, можно ниткой. Проделываем отверстие в центре марли. Ловушка готова. Оставляем на ночь, ждем. Вот так легко и быстро можно сделать ловушку. Оставлять ее в помещении, где нужно избавиться от насекомых, и ожидать. Хорошей вам охоты!